требования, которые мы предъявляем к бакалаврским работам, и достойна высокая цена. Пожалуйста, что с этим делать? Хочу поблагодарить научный руководитель института. Нет, нет, нет. Сначала ответьте, я буду. Я буду. Зачем так много написал? Спасибо вам большое. Так, через какой-то раз. Все, спасибо большое за поддержку. Признана воздействующая функция. Это моллюск, который обнаруживает свое воздействие во всех сферах жизни. Информируя человека о состоянии мира и заполняя его душу, СМИ оказывают влияние на весь строй его мышления, мировосприятия. На язык и тип культуры сегодняшнего дня СМИ выступают сегодня посредниками распространение коллективного знания, как носитель новых ценностей, стереотипов, мощнейшим инструментом рекламы. Поэтому актуальность выпускной работы заключается в заметном росте и развитии печатных изданий в Индонезии за последние 15 лет после реформации и увеличении их влияния на граждан Индонезии, а также в неизученности данной темы. Цель дипломной работы состоит в анализе особенностей развития печатных средств массовой информации в Индонезии и использования периодической печати как инструмента рекламы. В задачи работы входит проанализировать процесс становления индонезийской печати в период с 1945 года по 1998 год.
Покажет особенности аналитической, периодической печати. Проанализировать характерные черты периодической печати в Индонезии. Рассмотреть современное положение индонезийской периодической печати. В работе использование публикаций, отечественных исследователей материалов периодической печати и материалов специализированных ресурсов интернета. Выпускная работа состоит из трех глав. В первой главе говорится о том, что средства массовой информации могут представлять не только как развлечение, но также и действовать как агент социального контроля, роль коммуникации, информации и средств массовой информации в Индонезии играет огромную роль в интеллектуальной жизни людей. Развивая непосредственную помощь и поддержку для усиления единства и целостности нации. В период реформы указок правительства коммуникации. Информация и средства массовой информации влияют на существенный прогресс, особенно когда у средств массовой информации появляется право на свободу слова в прессе, которую гарантирует в соответствии с Конституцией 1945 года. По статье номер 28 о том, что свобода ассоциации и собраний, а также выражение мыслей и издания писем и тому подобное должна быть в соответствии с уставами. Во второй главе речь идет о периодической печати Индонезии, а также о СМИ во время японской колониализации 1942-1945 года. Во время японской оккупации в Индонезии не было создано новых газет или другого типа средств массовой информации. Японцы полностью контролировали СМИ Индонезии. До тех пор, пока Япония не объявила о индонезийской независимости 24 августа 1945 года. И после этого выпуск всей печатной продукции страны обеспечивает более 6000 полиграфических предприятий различных форм обследованности. В это число вошло около 1000 частных предприятий, возникших в течение последних нескольких лет. Третья глава посвящена динамике развития современных СМИ в Индонезии, актуальным темам, а также национальной и современной газеты в Индонезии. Но мы познакомим вас с несколькими газетами, которые существуют в Индонезии. Компас. Компас является самой читаемой газетой в Индонезии. Издатель Компас Грамедиа Группи. Издательский 28 июня 1965 года. Suara Merdeka является ежедневная газета в Индонезии. В заключение на основе исследованного материала можно сделать следующий вывод. В период реформы указок правительства коммуникации, информация и средства массовой информации генитально повлияли на прогресс и развитие СМИ. Развитие технологий печати оказало реальное содействие общественности, в доступности и возможности получать информацию и биологию.